Всем привет! Я продолжаю играть в игру Merge Dragons. И сегодня попробую пройти новый уровень, который называется «Замерзшие водопады 17». Два кубка нужно, чтобы его сыграть. Давайте посмотрим. Вот такой вот интересный. О, смотрите, там есть еще островки с таинственными облаками, закрытые деревьями, драконовыми деревьями и осенними деревьями. Вот так, хорошо, я посмотрела. Для победы нам нужно создать восстановленную статую Геи. Так, на звезды создать киноварное драконовое дерево, соединить 5 ягод малинки и уничтожить 3 зомблинов. Значит, нам нужны дракончики, раз у нас будут зомблины. Ну что, листики вижу вот осенних деревьев. Начинаем их соединять, вытаскивать с мертвой земли. Так, осенние листья кирпичиком вижу закрыты еще. Вот, у нас появились дракончики. Давайте посмотрим, их здесь 3 яйца только выпало на сей раз. Так, что тут у нас? Еще одно яйцо. Вот сюда я вижу одно драконовое дерево. Где-то надо добыть еще одно. Вот оно, вижу. Так, какая-то награда у нас тут прилетела. Гриб такой получила. И теперь совмещайте яйца драконов. Хорошо, завтра будем совмещать. Завтра среда. Будем доставать яйца и совмещать. Так, пока у меня бесхозный валяется осенний листик, я вижу. Вот, создала драконовое дерево, получила первую звезду. И тут у меня зомблин сейчас появится. Появляется зомблин у нас. Надо его победить, чтобы получить кирпичик. Вот мой дракончик. Вот я могу ему помочь немножко с феркой, которая у меня была. Так, он, вот получила я могилку. И могу открыть островок. Один. Так, продолжение островка. Тут нам нужны деревья. Так, 2 дерева у меня есть. Так, а зомблина мы победили? Победили. Звездочку одну добыли. Так. А кирпичик он не дал. Кирпичик зомблина не дал. Так, у нас есть киноварное деревце. Одно. А там закрыто дальше другими киноварными деревьями. И что нам теперь делать дальше? Осенние листики есть. Можно росточек получить. Есть, я поняла. Вот росточек. И тут еще один зомблин. Так, нам нужно сферку добыть. Вот у меня она есть. Пещеру раскрыть. Вот она. Теперь мы можем нападать на зомблина номер 2. Надеюсь, этот нам даст кирпичик. Вот пытается статую заморозить. Подумайте. Вот, кирпичик дал. При разрушении пещерки. Так, у нас 3 ягоды, которые нужно соединить. 5 ягод, я помню. Значит, нам надо еще одну добыть ягоду. Нет, дракончик не должен съедать мою ягоду. Так, сейчас нам нужно вот их пока приберечь. Открыть следующую ячейку. Так, вот дракончика сюда направить. Этим деревом вот закрыто у нас облачко. Может, тут ягодка? Нет. Тут нету ягодки. Вот еще одно яйцо. Так, статую нужно разблокировать, я так понимаю. Вот, открыть статую закрытую. Да, тут у нас 2 киноварных деревца. Вот, получаю еще одно дерево. И теперь мы можем вот вытащить еще часть зомблина. Получим вот такое деревце. Ягоды пока не вижу. Ягоды пока не вижу. Так, вот этого надо сюда принести. Так, статуя. А, и вот таким деревом у нас закрыто. Тут должна быть, значит, ягодка. О, точно. Так оно и есть. И еще зомблин будет.
частичка. Сейчас мы откроем. Есть, вот она ягода. Есть. Вторая звездочка готова. И зомблина еще одного добудем. И статуя. Тут у нас третья. Так, зомблина нам нужно победить. Звезды получить. Так, где у меня вторая звезда прилетела? Вот еще одна звездочка. Так, раз, два. А где третья звезда? Ку-ку. Подождите, я не могу найти третью звезду. Магия. Вот она, спряталась за деревом. Потому что у меня задание сейчас «Коснитесь звезд». Вот, видите, я касаюсь, по разу коснулась. Теперь соедините звезду, вот тоже задание засчиталось. И теперь эту я звезду тоже могу касаться. А, тогда касанием звезд 25 раз я быстрее смогу добыть, выполнить задание. Ну, теперь можно посоединять монетки, кому-то нужно. И соединяем статую, получаем... Призы сейчас. Что нам выпадет тут? Денежка, два сундучка выпало. Посмотрим, что нас ждет дальше. Замерзшие водопады 18, ровно 5 кубков. Ну, отлично, у меня 5 кубков есть. Давайте пойдем посмотрим, что это за уровень. Вот такой большой уровень, посмотрите. О, и еще есть... Маленькое таинственное облачко, закрыто листик, который вот здесь лежит, кстати. И листики у нас летят. Давайте ознакомимся с заданием. Для победы создайте восстановленную статую Геи. Две штуки, кстати. Вы видите малыша травяного дракона, два. Исцелите землю и активируйте сферу жизни. Ну что ж, листики, я так понимаю, нам некуда складывать. Так, а как мы можем тут сейчас... Как-нибудь начнем. Два дракошечки. Так, нам тут надо расколдовывать, я так понимаю, землю. Вот еще одно яйцо открыли. Нам надо два дракона получить. А сколько у нас яиц? Пока я вижу 5. А вон шестое есть. Значит, я могу соединять 3 смело и начинать делать вот то, что надо. Из траву соединяем пока. Вот. У нас летят много драконьих листьев. Не знаю пока зачем. Но что-то, наверное, надо будет с ними сделать. Так, мы пока попытаемся открыть остальное что-то. Вот будем запускать на травушку-муравушку. Так, получать росточки, соединять цветочки. Вот. Вот я уже смогла получить фиолетовый цветочек. И листики тоже можно вытащить отсюда. Надо до туда дойти. А этот листик интересно. Здесь открытая область, кстати. Вот, тут надо теперь мне росточек. Давайте. Опа. Тут будет у нас помощь, смотрите. Тут было открытое, оказывается, поле. И тут есть такая сферка. Вот, зелененькая. А нам не ее надо активировать? Сейчас я посмотрю. Нет, нам надо синенькую. Синенькую активировать. А синенькая у нас идет перед зелененькой. Значит, зеленую можем смело запускать. Это нам в помощь. Это нам сферка в помощь в таинственном облачке здесь была. Так, так, так. Тут у нас грибы еще образовываются. Грибы. Сферка такая.
Давайте-ка сейчас сделаем как раз синенькую. Вот ее надо было запустить. Есть. Так, теперь давайте грибы будем собирать. О, кстати, сундук мне дали. Посмотрите. Сундучок. Вот такой грибочек. Вот на этом уровне, кстати, можно грибы насобирать. И кустики. Раз, два, три. Вот так вот. Есть. Кучка, кучка у нас тут. А, тут уже по 50 пошло. Вот оно в чем дело. Так, росточком можно выбрать. Росточек. Вот еще травку. Есть. Вот так отсекли. Теперь нам надо создать камень, чтобы статуи вообще открыть. А чтобы создать камень, нам нужно в правую часть пойти. Потому что тут у нас как раз-таки будут... Смотрите, у нас вот звездочка, кстати, первая упала. Давайте второго дракончика получим. А чтобы второго получить, нужно тут сферку запустить. Так. Вон камни у меня, мне даже добывать их не нужно. Мне просто нужно будет их соединить. А грибочек нужно, чтобы еще здесь статуи добыть. А у меня грибочек вот как раз-таки уже готов. Вот так, зачем-то мне тут много листьев, как намек, летают. Так, а почем здесь клеточки? Сейчас я попробую вот это яйцо добыть. Вот, отлично. Там тоже по одному, по два очка. Вот у меня второй дракошечка, вторая звездочка прилетела. Есть. Ну вот, сейчас начнем... добывать с этого камушка покрытый мхом камень, а второго дракошечка сюда отправим. Вот, я могу их вытащить, вот, сделать скалу, травушка, есть, из скалы добудем кирпичик. Там, кстати, гора кирпичей. Так, это нам еще понадобится. Спасибо. Вот. Есть. Вот такой камень. Вот такой. Вот одна гора готова. Так, вот этот камень нам надо было вот сюда подставить. И вот стульчик такой получили. Королевское место. Вот первая статуя готова. Так. Ой, спасибо. Надо еще всю землю. Три клеточки нам надо еще открыть. Вот здесь добудем, давайте, камни. Мне еще нужно. Вот травушка раз клеточку открыть. И вот эту клеточку могу открыть. И вот эту. Вот. Третья звезда. Вот по разику нажмем на звезды, соединим. И еще. Вот как мы здорово пошли выполнять задание. Вот у меня еще одна гора кирпичей. Вытащу еще вот эту клеточку. Так, гриб, гриб, гриб. Вот какой гриб у нас тут есть. О! Если будет создать, надо будет вот такой драконий веера, гриб, то у нас как раз-таки вот он где. Звезды мы все получили, статуи все создали, все, уровень заканчиваем, выходим с него. Ой, сколько цветочков. Ну, такой, знаете, уровень почти как событие. Много всего соединять пришлось. Вот так вот. Ну, то, что нужно, забираем. И уровень пройден. Сейчас посмотрю, что нас будет ждать дальше. Это замерзшие водопады 19, 3 кубка. Это будет в следующий раз. А пока всем пока-пока. До свидания.